Всем привет! Занимаюсь промывкой свежепокрашенного бака. Но перед тем, как установить, решил его помыть. Вроде как смотрели с Денисом, что он внутри был чистый. Но тем не менее, вот таких вот гамушек целая херова туча. Это я уже два раза вытряхивал. В общем, два раза уже его промыл. Вот такой лепесток ШБ1. 200-й номер. Сейчас мы его выбросим. Новый зарядим. Еще раз сделаем рециркуляцию бензина через бак в канистру. И будем устанавливать бензобак на мотоцикл. Ну вот так из этой канистры вылили вот сюда. Теперь это вот сюда. Убираем вот сюда. Так, закрываем пробкой. Здесь уже краник навернутый. Поставляем вот так на всякий случай. Берем вот так вот на всякий случай. Потом берем вот так и бултыш-бултыш делаем. Третьей руки не хватает, поэтому вы бултых не видите, а видите теперь новый лепесток ШБ1, 200 номер, вот так вот встеленный в воронку, воткнутую в канистру пустую, из которой залит бензин в этот бак. И вот так мы, тут левая резьба в баке, выкручиваем. И в третий раз уже начинаем сливать. Он достаточно чистый. Сейчас руку протру от бензина. И буду вот так бултых еще делать. Видите, появляются грязючки. Ну ладно, в общем, мне не до камеры, нужно поболтать получше. Я взял переноску, чтобы показать получше. Это с третьего раза столько мусора. И смотрите, как краска поползла от бензина. Видите? Это краска неправильная с баллончика. Бензин она не держит. Видите? Вот такие пироги. Ну ладно, мусор мы высыпали. Уже через сеточку краника такой мусор не пройдет. Карбюратор будет чистый. Сейчас ставим. Ставим краник, ставим бензобак на место, на правильные болты, об них я расскажу вам, покажу. О, и бак на месте, и защита, и все по фэншую. Ребята, гляньте, бак какой цвет приобрел, просто красота. Все прикручено на родные болтики, шляпка болтика на 11. Сама гаечка на 12. Ох, красотуля. Шлангик новый стоит. Все подтянуто, затянуто. Ой, ну как такую красоту не завесить? А удобно как-то тут утопитель нажимать. Просто красота. Красота. Сейчас фонарик подвешу. Оп. Чик. Правильному. Ну что, остается багажник поставить, может быть, что-то я уже не знаю, и защиту
и защиту ног тоже. Как-то прям не знаю, ставить ее или нет. Что скажете, ребята? Ставить защиту ног? Где-то вот так будет стоять. Смотрите. Ставить или нет? Ну, поворотники само собой надо ставить. Всем спасибо, всем пока.